церковь, такая энергетика позитивная. Вот, я думаю, что эта серия нормально зайдет. Вот, напишите, куда сходить, вот, что проверить, что проведать. Может, какое вот из сегодняшних заведений, которые были, заведений там или что, туда зайти, может, проверить вообще, что там происходит. Ну, вообще, напишите, куда, где лучше поснимать видосик, вот. Как начинающему блогеру. И, ребята, еще, конечно, есть такая вот убедительная просьба. Я вот сейчас стою возле церкви Иоанна Предтечи. Вот, и хочу попросить вас подписаться на канал, потому что мне нужна 1000 подписчиков. И для того, чтобы включить монетизацию. Как только я включу монетизацию, у меня будут средства делать круче видео. Я куплю себе новый мощный ноутбук, потому что у меня такой старенький, ему уже больше 5 лет, вот, и я попробовал на нем монетизацию, ой, не монетизацию, а прямую трансляцию, и он, короче, не сильно тянет, он тормозит, вот. А чтобы, у меня есть еще такой проект интересный, вот, где надо именно прямые трансляции включать. Вот, у меня там еще надо набрать актеров, там и все такое, вот, и им же заплатить надо, поэтому нужна монетизация, ребята. Пожалуйста, подпишитесь на канал, надо всего лишь 1000 подписчиков, сделайте репост, вот, кому как бы не жалко, сделайте репостик, вот, и, ну, лайки там, ну, конечно, кому не понравилось это видео, может поставить, конечно, дизлайк, это ваше правило, ну, и колокольчик, соответственно. Вот, вот такая вот елка оказалась у нас сегодня. Сцена. Вот. Сейчас будем уже, наверное, мы прощаться. А вторая серия, как я уже сказал, будет с набережной и дальше. Так можно и весь город пройти, можно пойти на рынок. Вот, там посмотреть, что почем, пообщаться на рыбный рынок, там, на фруктовый рынок, еще куда-то. То есть вот это все в следующих сериях. Вот эти две палаточки мы не посмотрели, но они здесь есть. Сувенирчики всякие. А вот, кстати, Вова Ленин, Владимир Ильич, Ильич Ленин. Мы его смотрели сзади, а тут он спереди. Вот такой вот у нас прекрасный город. Прекраснейший. А мы прощаемся с вами, ребята. До скорых встреч. Лайки, лайки, лайки. И подписки, подписки, подписки. 1000 подписчиков всего лишь надо. Все, одного, ребята, пока. Всем пока.